это? Что ж такое-то? Так нечестно вообще. О, нет, 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 нет. Поздравляю. Вы взяли подрывника из ратуши. Мы взяли его. Да неважно. Я о том, что в последнее время ты работаешь совершенно на износ. Тебе бы отпуск взять. Я не очень люблю путешествия. Но когда разберемся с оставшимися людьми Ли, я на отдых. Без самолета, без чемодана, просто долгий сон. О, ты знаешь толк в отдыхе. Но какой бы ветер ни надувал твои паруса, ты это заслужила. Итак, всем привет, ребят, еще раз мы продолжаем проходить паучка. Так, у нас следующее задание, давайте попробуем выполнить его. Посмотрим, что там. Вроде Майлз нам звонил в прошлой серии, да? И я так понимаю, что нам нужно... Нам нужно отправиться туда. Это к Мэй, да? Да. Окей, переодеваемся, как обычно, и заходим внутрь. Надо костюм, кстати, сменить. Что-то надоел мне этот костюм, не нравится. Сменим костюм сейчас, я думаю. Посмотрим, что нас ждет. Так, давай грузись. Ух ты ж. Питер. Прикольно. Ты как? Ах, справляюсь. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Так, как у вас там с Энджей? Она... Это там все сложно. Честность. Потому что готовить не умеешь. С Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то, особенно в твоем возрасте. Так ты честен с ней? Она знает о тебе все? Эй, погромче! Хочу послушать! Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке, на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Что там опять? Питер? Паркер исчез. Потому что он Человек-паук. Вот видишь, как я раскрываю секреты. Ставь лайк, если ты не знал, что он Человек-паук. Так, ладно, сейчас надо будет костюмчик поменять сразу. Неужели у нас ночь опять? Да, ночь. Ах. Так, отражение пройдено. Что там? Подожди. Окей, костюм. Какой костюм бы выбрать, а? Мне не хватает тут жетоны баса и жетоны испытания. Я бы хотел этот костюмчик применить, ну да ладно. Так, ладно, темный костюм. Вот этот костюм, ребят, даже не знаю, какой костюм выбрать. Это тоже какой-то костюм борца. Так, этого у меня нету. Этот дурацкий мне не нравится. Ладно, придется, похоже, выбирать вот этот белый костюм. Самый такой идеальный, нормальный. Ну, вот этот тоже, кстати, крутой. Непробиваемость. Костюм получше броня МК-2. Ну, ладно, выберем белый костюмчик. Так, гаджеты новые. А, ну это все есть. Так, задание что там? Из огня, верхний и слайд. Совершено нападение на грузовик, перерыв дыхание дьявола. Не нравится мне это. Окей. Вот она бы. Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне, как получишь. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. И под охраной. Да. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Непонятно, на самом деле, дыхание дьявола или не дыхание дьявола. Ну ладно, отправляемся. Кстати, в новой этой части, ребят, ну не части, а DLC, да, дополнение, еще добавили 3 новых костюмчика. Я читал уже новость. Ставьте лайки, ребят, и пишите в комментариях, нужно ли проходить дополнение
Человека-паука. По-моему, будет не одно дополнение, насколько я знаю. Но сейчас вот уже 23 октября, уже буквально на днях, скоро, через 3-4 дня, получается, выйдет новое дополнение. И где мы будем сражаться, я так понимаю, с Фелицией. Так называемой черной кошкой. Так, сюда, да? Ага, все правильно. Прибыли вовремя. Надеюсь. Хотя уже, скорее всего, дыхания дьявола нет. Это и понятно. Дыхание дьявола пропало, но у нас есть более серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай! Что такое? Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Ох, ничего себе. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на Пятой Авеню. А что плод? В порядке. Там особый режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. О май гад, зэки, смотри, сбежали. Зря не пристегнулся. Ох, вот это да, вот это взрывчик, ребята. О, привет, заключенные, вы сбежали? А я как раз... Займусь. Человек-паук? Да, как ты догадался? Это ты такой догадливый? На, держи. Ты тоже догадался, что я Человек-паук? Ага, заключенные, разойдитесь по камерам, ага. Так они и разошлись. Здорово, мужик. В вашем плане побега сильно не хватало плана. Точно, это точно. Черт, они вскрыли оружейную. Это плохо, да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь есть гранатометы. Да, это плохо. Займусь. Куда ты, паук? Сюда. Оу, да вы серьезно? На! Садитесь в камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это. О, замедление времени. Оу, да ты посмотри, а. Да что вы творите, алло? Ой, мне концентрация нужна. Давай, давай, подкидывай его. О, уходим. Давай, бьем. О, хорош. Смотри, замедление времени работает, отлично. Ух, иди сюда, мужик. Так, пополняем полностью. Здорово. Все, готов. Смотри, у меня уже... Я принести гранатометы в тюрьму! Ответьте, это сержант Хэнсон. Есть кто-нибудь на канале? Это капитан... Изумительный, 300 из 300. Крыша возле корпуса Д. Пытаюсь восстановить питание. Куда она? Да, мой. Что здесь произошло? Понятие. Сначала врубился ток, а потом начался ад. Держитесь, мы идем к вам. Ой, здорово. Так, промахнулся. Давай, иди сюда, гранатометчик. Пау! Пау, 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 пау! Оп. Куда ты пинаешь? Ай-яй-яй, не успел. Ладно, ничего страшного. Иди сюда. Пау! Вот это хорош. И попался таки. Так, все. О, здрасте. Иди сюда. Своей пукалкой. Так, все, со всеми? Кто еще? А, вот еще. Здравствуй. Мужик. Эй, хватит на заборе висеть, алло. Взял на забор, повис. Где он?
А, здрасте, ты тут? Ага, ладно, ясно. Так, куда теперь? Что здесь? Еще один где-то преступник. А, мужик, ты что тут делаешь? Так, совсем разобрался. Там полицейский, зовёт на помощь. Уже иду. О, больно, мужик, ты что творишь? Кто-то застрял за этой дверью. Давай, залазь, Паркер. Давай. Отлично. Еще один. Ну ты сам напросился. На. Соберите меня отсюда. Что случилось? Где все наши? На меня тут напали. О, что творится? Хаос какой-то, ребят, просто хаос. Что происходит? Ого, еще бугай, смотри, какой-то бежит. Помоги там, а я пока что займусь электричеством. Пошли, поможем. Ох, бугаина! Да бугай, отстань от меня! Так, надо, короче, что-то применить. Это что? Паутинная бомба, электроловушка, ударная паутина, мини-ловушка, во! Так, окей, эта мини-ловушка не работает. О, да ты посмотри, а! Бугай! Ты достала! На! Хорош! Давай, вверху, чтобы концентрация, вот. Да, я же уходил. Я же ушел. Оу, да, серьезно. Я не могу уйти. Давай, лечимся еще раз. Ой, как хорошо, а. Да, я только приземлился, ты как угадал мою траекторию полета, а? Надо уложить их всех. Ух ты, посмотри, что творит, а. Давай. Мочим бугая. Так, ладно. На, держи. Ах, я ушел почти. Да я ушел уже, говорю. А, достал ты меня, бугай. На. Есть, отлично. Наконец-то разобрался. Берегись. О, да что творится здесь, а? Хуже и быть не может. Конечно же может. Так. Уходите отсюда, парни. Кто тут? Где тут? О. Я сейчас тебя постреляю. Постреляю, говорю. Куда ты стреляешь, а? Сюда иди. На-на-на! Сюда! Да, мало, я и смотрю, что тут не кончаются они. Сколько их можно бить? Отлично, 30... 5 у меня уже. Еще парочка. Где еще? Где? А, вон он ты. Здравствуй. Хорош. Так, кто там дальше? Гоняют вертолет. Где, да вы что творите? А да как так? Они не заканчиваются. Смотри, полицейский вертолет угоняют. А как они... Откуда они умеют ездить на нем? О, давай, нажимай быстрее, Паркер, удерживаем. Паук. Привязал. Вау. Вот это красиво. На, держи. Второго за ногу. Еще как. Ага. Ваши права и страховку. Вышел. Так,
А хорошо, что он не взорвался. Нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Бэйл, идем. Может, все не так плохо, как кажется. Там же эти всякие могут сейчас бежать, носороги и прочие. Если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Это кто? Юри! Шокер, что ли? Я падаю! Вот так. Держись! Спасай, паук! Давай, давай, давай! Спас. Не, он не может не спасти. Да, молодец. Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Электро! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Да уж, отчаянная женщина. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? Вряд ли они разойдутся. Паучок. Ой, как хорошо. Давай, раз. И два. Что у них за браслеты такие, а? Прикольно. Ты мне всю серию сломал ударов, а? Что ж ты за человек-то такой? Давай. Сколько? 15? Придется 5 набирать. 20. 20, давай, я хочу до 40 набрать. Дашь ты, мужик, мне, нет? Кто там еще? Все, все? Да, все, погнали дальше. Эх, не получилось до 40 набрать. Звучит жутковато. Ох, носорог, серьезно! Привет, носорог! Скучал, паук! Сюрприз? О чем это он? Так, куда мне? Они тут все разнесли, смотри. Да залазь! Я не могу запрыгнуть. А куда мне идти? Он не этот, он не бежит. Он не бежит. Так, мне значит не сюда. Наверное, не сюда все-таки. А, вот как. Ага, понятно. Эй, что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил сюда. Неужели мне... Скорпион! Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону! Вот это да, вот это вакханалия, ребят. Так, ладно. Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем. Вот, отлично. Видишь, теперь есть щиты. Могу пинать. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за Электро. Вау, больно. Да как вы достали, а? Так, подожди, я хотел вот эти паутиные бомбы. Отлично. Это что такое? Это что такое было? Ау, больно. Ау, больно. Достали, ты посмотри на них. Давай, давай. А вообще, что у меня там за... Какие-то супер улучшения? Нет. Нету. О, вы что тут делаете, мужики? Давай, все, последний. Так, мне куда? А, мне туда. Окей, побежали. Нет, 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 не надо. Бежим, просто бежим. Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня!
Да хватит убегать, ты трус! Иди сюда! Да как это сделать? Где он? А, вон он. Тебе меня не остановить! А твои попытки мне сейчас! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Гори! Почему никто никогда не соглашается? Где он? Как за ним гнаться? Я что-то понять не могу. А, вот, все. Здорово. Электро. Ух, червятник еще здесь. Мы давно не виделись. Мы хорошо повесели. Прости, нет времени. Да что такое, а? Что за бакханалия? Так, камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих лучших врагов. О май гад. Подумал, ты серьезно? Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Как с ним биться-то? Где он? Бред какой. Все. В угол загнал тебя я. Это ужас, а, ребят? Что творится, а? Давай сражаться, нормально, как мужики! Опять он улетает, а? Достал! Вечеринка скоро кончится! О, а как это делать? А, все понятно. Оу, как больно, а? Посмотри, тут кончится это? Электро, стой! Фух. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Ничего себе. Со всеми тут сражаться придется сейчас. Ребята, это вообще ужас. Сколько их? 4. И Мартин Ли еще. Это ужас. Это ужас. 5. Помните? Он сказал не убивать его. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. На, держи. Раз. Я вообще не участвую никак, а? Он сам, Человек-паук, что-то разбирается там. Держи. Да что ж такое-то? Так нечестно вообще. О, нет, 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 нет. Осьминог. Доктор Октавиус. Одно предупреждение. Не стой у нас на пути. Ужас. Так это он за всем стоит. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Да уж. Это печально, ребят. Вон он! Это ужас. Пятером. Нет, какой пятером? Да, пятером получается. Напали. Здесь получим. Грозная шестерка. Шестером он и шестерка. Грозная. Это ужас. Да, такого я не ожидал. Норман Осборн.
Да уж. И что они задумали? Он хочет Осборну отомстить. Я так понимаю, да? Ага, вот оно дыхание делало. Столько лет. Столько лжи. Ну все, Норман. Они узнают правду. Что это значит? Ничего себе, эти щупальцы такие длинные, что ли? Ох, ничего себе, что это такое? Дыхание дьявола. От него что-то люди там же как-то страдают вроде бы. Она недоработанная, по-моему. Ужас. Ужас. 24 часа спустя. Все в масках сидели. Это Мэри Джей Уотсон. Ох, ничего себе. Мэй, все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти. Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Серьезно? Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Аскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Аскорб также выключи был в разработке вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Негодяй, это по сути все из-за Осборна этого. Порезал руку себе. Да уж. А где Человек-паук-то? Ужас. Какой-то ужас, ребят. А вот он, паук. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Да. Ну и Паркер мне тоже. Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. Карантин пройден. Уровень 33. Плюс 1 очко на... Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся, я в деле. Это наш город. Я тебя пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок. Окей, ничего себе, еще и базы теперь Соболя открыты у нас, ребят. Кто там в меня светит, а? Кто это? Кто тут светит? Сюда иди! Вы меня разозлили окончательно. Просто я буду его сейчас разрывать вас всех. На крыше вы? Давай. Давай! А, Соболята, здрасте! Вы бесите меня!
вы никогда мне не нравились, а ваша бабка, она меня всегда бесила. Это я. Сюда иди. Не попал? Так тебе и надо! Кто там? Ты? Мистер, я пытаюсь дозвониться до тебя. Ты в порядке? Из-за побега этой ночью в городе все вверх дном. Я в порядке, Мэй, и в безопасности. Но я волнуюсь за тебя. О, это ни к чему. В данный момент пир – самое безопасное место в городе. Чего не скажешь о приютах в других районах. Но здесь все тихо и спокойно. Надеюсь, так будет и дальше. Я зайду, как смогу. Люблю тебя. Я тебя, Питер. Ох, ребят, что творится? Ты посмотри, бандюганы. И соболята. И все хотят меня уничтожить. Давай, останавливаем эту тачку. Следующая, где? А! Получи. Нормально, как сам? Как там в тюрьме? Давно не был? Сейчас я тебя туда отправлю. Кто еще ты? Получай. Соболь. Ох. Так, сами представляю без урона. Вот почему я решил не сдавать на права. Из-за прыжков на паутине. Фух, ну хорошо. Все, ребят, давайте на этом закончим. Продолжим в следующем видео. Надо будет парочку баз освободить. Как раз база у нас рядом. Я думаю, что освободим базу. Соболей, да? Где-то здесь она у нас, да? Вот где-то рядом я прям. Освободим парочку баз и будем смотреть, что у нас дальше по сюжету. Пока все очень-очень сложно и странно. А, это базы у нас бандитов. Окей. С вами был Максим, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.